Йоу, я пока еще Данил, и вот новость на сегодняшний день. Британский актер Даниэл Рэдклифф опроверг слухи о том, что мастурбировал на съемочной площадке фильмов о Гарри Поттере. Ну конечно, кто уж признается, что дрочил на съемках? Кто? Да, кто? Хотя, если там была Гермиона... Нет, я никогда не дрочил на Гермиону. Только на Рона. Люблю рыжих! В интервью он рассказал, что часто занимался самоудовлетворением в подростковом возрасте, но делал это исключительно дома. О как! Как-то даже странно узнать о том, что Гарри Поттер дрочит. В детстве я фанател от этой серии фильмов. Но если бы узнал, что он вытворяет со своей волшебной палочкой вне Хогвартса... Мне, конечно, не очень приятно об этом говорить. Так не говори! Да, я раньше много анонировал, но не делал этого на работе. Во время съемок Гарри Поттера мне удавалось сдерживаться и дойти до дома, пояснил актер. Только представьте этот пиздец. Даниил Рэдклифф отыгрывает свою роль, Волан-де-Морт пытается его пиздануть, на заднем фоне эпическая битва волшебников, а в голове у Рэдклиффа только одно. Бля, скорее бы прийти домой и хорошенько вздрочнуть. Теперь я понимаю, почему в пятом фильме он так хреново играл. Мысли о дрочке в чулане под лестницей мешали ему сосредоточиться. Ну что ж, ставь лайк, если тоже теребонькаешь, а также подписывайся на канал, чтобы быть в курсе, кто из актеров тоже дрочит. Пока!